Тяжкая инфлянская война с Московщиной протягивалась. Война, что змусила великолитовских послов поставить свои подписи под Люблинским актом. И теперь новому королю и великому князю Стефану Баторию потребно выполнять свои обещания и вертать закопленные московцами земли. Летом 1579 года была скончена подрихтовка до войны. Об'єднанное войско Речи Посполитой складало около 40 тысяч человек. У тим ліку польской конницы, в угорских и немецких жовнеров наймитов, казаков, татаров. Однак головной силой были хоругвы Великого князства, керовав якими знакомитый Миколай Радзівіл Руди. Негледзячи на тое, что сам великий гетман бачил перемогу над московцами у генеральной битве, Стефан Баторий вырашил спочатку обложить Полоцк, что уже 16 годов знаходился под уладой Ивана IV. И апошнее слово засталося за королем. Было вырашено сперша взять Полоцк. Однако зробить тое было непросто. Добре умацаваные стены и вежи оборонял великий гарнизон, и сдаваться он не збирался. До Полоцка подошло велизарное войско, якое зусім не было неким монолитным. И оно складалось из людей разных национальностей, якія кіраваліся зусім розными памкненнями. Безумовно, наши суайчинники, литвины, разом с поляками, лічили справой своего гонору отвоевать Полоцк, лічили это своим патриотичным обов'язком. Одинадцатого жнивня 1579 года почалася облога Полоцка. После гарматного обстрелу, что не дал особливого вынику, было вырашено здобывать город штурмом. Однако московцы затято и отчаянно оборонялись. Перешкоджали задуманному и бясконце дажджы, что хутка тушили распаленные яды. По войску нават попаўзлі чуткі, что дажджы выкліканы чародзейством московцев. З-за вільгаці псаваўся харч и успыхвали хворобы. Облога Полоцка протягивалася уже 2 тыдні. Але нарэшце ярко заззяло солнце, а з ім и вернулася рашучасць наших воев. Особные отряды под градом ядров імкнулися ближе подойти к отравляных стен. Одному со смельчаков, львовскому мещанину, які здолел запалить одну замковых вежу и вернуться живым у лагер, король тут же даровал шляхетство и прозвище Палатинского. Але у войску Степана Батури были так само немецкие и угорские наймиты. Гэтыми людьми керовали зусім не патриотичные помкнения, а думки про наживу, про махчимость порабовать у захопленном городе. Гэта не раз выявлялось подчас облоги. Калі московцы послали парламентарию для перамовы про капитуляцию, угорские пехотники посекли их, не допустили до великого князя и короля, бо яны были не зацікавлены в капитуляции. Капитуляция натурально привела до стриманности войск в захопленном городе. Яны думали зусім про іншее. И потом, у час уже апошняга штурму Полоцка, некалькі разоў успыхвалі крывавыя сутычкі паміж вугорцамі і палякамі, бо вугорцы хацелі першымі ворвацца ў Полоцк і захапіць большую здабычу.
30 жнівня 1579 года на 20-й день облоги, так и не змогши утаймовать полымя, оборонцы запросили литости. Коштом жахливого спустошения старожитный Полоцк был отбитый у ворога. Коли рассказывать про вертание Полоцка у часы Інфлянской войны, то это была одночасова и славная, и трагичная сторонка нашей истории. Славная тому, что с подмосковской оккупации был вернутый найстаржитнейший, найславнейший белорусский город. Больше десятка годов там тривала московская оккупация, и вогуле захоп города московцами это вельми жахливая справа, там были все жиды вынищенные. Вот, например, тут знову же показывая отношения до жидов в нашей державе и в московской державе. Тогда Стефан Баторий, когда брал город, он шмат намагання на это поклал, и сам факт вертания это была слава. Трагичность заключается в том, что город шмат потерпел подчас этой облоги, в часе штурмов, артиллерийских обстрелов, и найжахливая, может быть, найстрашнейшая страта у нашем культурном житті белорусским, это страта знакомитой библиотеки при Софийском соборе. Она сгорела в час этой облоги. Библиотека уникальная, якая собиралась от моменту побудовы собора ти от середины 11-го стагоддзя. Собирались рукописи, позней книжки друкованные в 16-м стагоддзі. Но это была бы уникальная зараз библиотека на узровні найлепших святовых сборов, раритетов. Она сгорела. 16 годов московской оккупации сталися велізарной трагедией для Полоцка и усёй Полоччины. На жаль, после Інфлянской войны Полоцк на несколько стагоддзяў пришел в заняпад. И хоть у его нам жыцці еще здарались взлеты, все-таки было и величие, у ту эпоху себе он вернуть так николи и не здолел. Згодна з тагачасными свідченнями, Полоччина перетворилася просто у порослую лесом пустельню. Але Стефан Баторий уже не зважав на гэта, и он вертався у Варшаву щасливы. Поход скончився удало, и Полоччина вернулася у межи Великого князства Литовского. Что еще треба? Гэты поспех и воявничий характер штурхали его на дальнейшие деяния. И он уже вырашил, война будет протягиваться. У гэтым были зацікаўлены так само и езуиты, что умело подштурховывали короля до воявничих планов. Война с московщиной руками литвинов, что может быть лепей? Папа Рыгор XIII нават зрабіў Стефану Баторию адмысловы подарунок – освячоны меч. Радуйтеся перамозе, але гэтага мало, умейте карыстацца ёю. Лёс, здаецца, дае вам усю московскую державу. Смелость и надея накіроўваюць да великага. С такими словами король звертается до Соня. И той, подтримливая решение Стефана Батория об новом походе, Інфлянская война протягивается. Вот вертание Полоцка, это была такая одна из деев по перелому в войне с Москвой. Вертание города. Московцы его вельми завзято боронили, потому что в выпадку страты, коли бы остались живые, в этом штурме, то и бы покарал бы сам московский цар за это, покарал бы на смерть. И вот это подея, якой досягался перелом в Інфлянской войне. Потому что Стефан Баторий разумел, вот этот драпежник, московский драпежник, супокоится только тогда, когда ему отсекли лапы. И тому он перенес военные деяния на территорию московской державы. Вот эта сама война причинилась до глубокого кризиса московской державе. Краина была вычерпанная этой войной, московская держава была вычерпанная политикой внутренней Ивана IV, этой опричненной, этой вынищением
людей фізичним в значній ступені. І потім почалися так звані смутні часи в московській державі. І на стагоддя випала з обойми, скажімо так, змагання за домінацію в Східній Європі не становила погрози для Великого князства Литовського, потім одродилася і розпочала наступ з нової сили. Коли б наступні монархії за Баторієм були такими сталіновитими, як йон, то, може бути, удалося б затримати московців ще на довжейший час.